Бьем рекорды. За сутки в Ульяновской области проведено 4000 тестов на коронавирус. На встрече с представителями Минздрава губернатор Сергей Морозов поинтересовался предельной величиной. Как оказалось, есть куда двигаться. В регионе продолжат наращивать мощности лабораторий. 4000 – это 100% от того, что нужно было взять. Величина – это 50% или, может быть, еще меньше. Я просто хочу здесь понять, как нам здесь навести порядок с точки зрения того, что вот должны мы взять сегодня, там, я не знаю, 10 тысяч. Вот мы должны взять 10 тысяч. Нет, ну планку 10 тысяч, Сергей Иванович. Я любую цифру дать, например, 5 тысяч. Вот у нас есть момент тот, что мы можем себе позволить 5 тысяч выполнить. Если мы увидим, что мы 5 тысяч выполняем, мы, естественно, пойдем на ресурс гораздо выше. В Ульяновской области наличие коронавируса подтверждают или опровергают в 7 лабораториях, а также научно-исследовательском центре Ульяновского педагогического университета. До нового рекорда в сутки обрабатывали в среднем до 2000 тестов. Сроки исследования на коронавирусную инфекцию во всех лабораториях сейчас составляют не более 24 часов. Лаборатории работают с 8 до 12, многие лаборатории. Прием проб проводится до позднего времени, то есть мы не ограничиваем районы, когда они могут приехать, потому что дальние районы они не могут до обеда приехать. Работает первичное звено по выявлению пациентов, которым необходимо выполнять эти тесты. Уменьшили сроки проведения исследований за счет новых специалистов автоматической станции выделения нуклеиновых кислот в лаборатории областной больницы. В скором времени подобная станция появится в главной детской больнице региона. По инициативе губернатора подобным автоматом дополнительно оснастят лабораторию молекулярной биологии научного центра педуниверситета. С момента объявления пандемии здесь сделали порядка 60 тысяч исследований. По-разному было тестирование, по-разному. Количество в сутки варьировало, было и 700 поступлений в сутки. Вот, все зависело от эпидситуации, которая развивалась в те или иные периоды. Автоматическая станция выделения нуклеиновых кислот предназначена не только для помощи в выявлении новой коронавирусной инфекции. Аппарат в целом облегчит работу в молекулярной генетике. Это и диагностика других инфекционных заболеваний, а также работе с онкологией. Рената Алиулова, Артем Куранов. Новости Ул Правды ТВ.